Всех приветствую, продолжаем знакомиться с мифологией. Гарпократ, дитя гор. Греческая интерпретация египетского бога Гарпехрутти, гора-младшего, сына Осириса и Изиды, бога зимнего солнца, который изображался в виде голого ребенка с локоном юности на голове и пальцем правой руки у рта, символы детства. А греки не поняли этого условного знака и сделали Гарпократа богом молчания и отдельным божеством. Впервые это имя появляется в надписи на пирамиде царя 6-й династии Меренра, правившего приблизительно в 2285-2279 годах до нашей эры. В Гермонском святилище, построенном Птоломеями, было изображено рождение и воспитание Гарпократа. Он олицетворял восходящее солнце. Гарпократ занял место гора в Александрийской триаде богов. Его культ проник и на запад, особенно в Рим. В мистериях он является олицетворением воскресения. Триада Изида, Осирис, Гарпократ, пройдя сквозь призму греко-римских понятий, нашла на берегах Тибра новое отечество, принеся с собой массу чисто восточных суеверий, обычаев, обрядов и тому подобное. Этой триаде полностью соответствовала почитавшаяся эллинами триада Исида, Серапис, египетский Плутон, Гарпократ. Плутарх писал, что Гарпократ был вторым сыном Исиды, и что он родился преждевременно с хромыми ногами. Гор-дитя стал особым защитником детей и их матерей. Когда Ра исцелил его от укуса ядовитой змеи, он стал символом надежды на богов, заботящихся о страдающем человечестве. Атрибуты бога Гарпократа – скорпион, крокодил, лев, лань. В жертву Гарпократу приносили рыбу, цветы, лотоса и овощи. Вот так из Википедии о Гарпократе, греческой интерпретации египетского бога Гарпехрутти, гора-младшего, сына Осириса и Изиды. Пока-пока, до свидания.